Здравия желаю, Мария Климовна. Здравствуйте, Федор. На прогулку, как всегда, изволили. Да. Спасибо, мадам. Срочное сообщение! Безвременная кончина великого князя Георгия! Срочное сообщение! Безвременная кончина наследника цесаревича! Срочное сообщение! Безвременная кончина великого князя Георгия! Сообщаем, что третьего дня Его Императорское Высочество, наследник цесаревич и великий князь Георгий Александрович изволил скоропостижно скончаться. Установлено, что смерть последовала от внезапного разрыва легочного сосуда и сильного кровоизлияния к горлу. Великий князь Георгий скончался в селе Обыздумане Халцихского уезда Тифлисской губернии, где изволил заниматься постройкой на свои средства астрономической обсерватории и проживать там последние 5 лет холостым и бездетным. Холостым и бездетным. Машенька, я люблю вас. Машенька, Машенька, я люблю вас.
Машенька. 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 Маменька. Просыпайся, 10 часов уже. Маменька, а я снова сегодня его видела. Кого же, доченька? Моего принца. Вставай, вставай, принцесса. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Спасибо, сегодня лучше. Ну и слава богу. Кстати, доктор мне сказал, тебе непременно нужно на воды. Тогда ты сразу поправишься. Доктор сказал. На то он и доктор. Ну-с, благодарствую. Я буду весь день сегодня у себя. А, баба, а можно мне с вами? Нет, нет, довольно, довольно. Но почему? Потому что мне платят деньги за то, чтобы я учил людей фехтованию, а не за то, чтобы они стояли, глядя на тебя, как столбы. Ну, папенька. Нет, сказано. Машенька, ну зачем тебе? Сколько раз была? Маменька, но мне так нравится смотреть, как папа фехтует. Он же в это время просто как Д'Артаньян. Ну, хорошо. Все, все. Все, 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 все. Мать, поцелуй. Маменька. До вечера. Юлия Андреевна, прикажете убирать? Да-да, конечно, Анфиса. Убирай. Папенька, вы обещали мне поговорить с господином Лентовским. Угу, конечно, конечно. Я помню. Только вот... Что только вот? Маме не очень нравится эта наша затея. Это вовсе не затея. Папенька, все говорят, что у меня хорошие данные. Я знаю, знаю. Я это знаю. Но ты все равно готовься получше. Понятно? Угу. Добрый день, господа. Ну-с, как наши дела? Все хорошо, идет урок. Ну что ж, продолжайте, продолжайте. Алле! А кто желает составить компанию мне? М? Может быть, вы, Мишель? С удовольствием, месье. Тогда к бою. Ангар. Алле. Душе!
Ромео, о, зачем же ты, Ромео, покинь отца и отрекись навеки от имени родного. А не хочешь, так поклянись, что любишь ты меня, и больше я не буду Капулетти. Что в имени? То, что зовем мы розой, и при другом названии сохраняло б свой сладкий запах. Так когда Ромео не звался бы Ромео, он хранил бы все милые достоинства свои без имени. Так сбрось его, оно ведь даже и не часть тебя. И всю меня бери тогда взамен. Нет. Мне кажется, что нужно что-то потрагичнее. Его императорское высочество, наследник, цесаревич Николай Александрович. Его императорское высочество, великий князь Георгий Александрович. Великий князь, его императорское высочество. Ну и что подумаешь? Как это подумаешь? Лизонька, а вдруг это судьба? Да какая еще судьба? Как это какая? Я же его никогда не видела. Он мне снился целых 4 раза. И каждый раз дарил розу. Да ты только представь себе, кто он и кто ты. И что? Это же типичный мезальянс. Мезальянс? Да, да. Маша, вечно мы из-за тебя опаздываем. Нас ждут. Да иду, иду. Все, я почти готова. Снился он ей, розы дарил 4 раза. Вон Мишель мне через день розы дарит. А толку? Нет, ну, вообще-то он, конечно... И все-таки, капитан... Эти поездки в полк действуют на меня благотворно. А вот вернулся, и опять на душе мрачно. Ваше императорское высочество,
Вот. Мы и дома. Слава Богу, князь-батюшка. Дома-то завсегда лучше. Ты так думаешь? А как же? Как говорят, дома и солома едома. Солом, говоришь? Ладно, Савельич, сейчас в ванну и переодеться. Ступай. И позови мне Зверева. Слушаюсь, ваше высочество. Ваше высочество. Капитан, завтра утром едем в дворец. Нужно доложиться государю и государине. Потом... Нет, так быстро они не отпустят. Так что будет с меня на завтра одного дворца. Слушаюсь, ваше высочество. Что, Анфиса, доктор у барыни был? Сказали, в 2 часа будут. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Я как всегда. Так вот что. Если появится господин Свешников, ты ему скажи, что... Бог с ним. Ничего не говори. Господин Пуаре. Господин Пуаре. Господин Свешников. Как же так? Вы уходите. Мы договаривались. Срочное дело, сожалею, срочное. Но у меня к вам тоже срочное дело. Господин Свешников, голубчик, Павел Максимович, нет у меня сейчас денег. Ну, нет. Позже. 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 Ну, позвольте. Вы мне должны. Так хорошо. Речь. Еще речь. Выпад и сразу назад. Добрый день, господа. Продолжайте, продолжайте. Ну что, как наши дела? Добрый день, все хорошо. Месье Пуаре, у нас новичок. Ну, такой прекрасный. Здравствуйте, Мишель. Здравствуйте, месье Пуаре. А вы у нас впервые, господин... Красовский. Красовский. Очень приятно, господин Красовский. Яков Викторович, это я его привел, мы учимся вместе. Угу. Вот оно что. Вы, стало быть, тоже будущий юрист. Ну что ж, давно фехтуете? Уже месяц. Дома. Перед зеркалом. Ну, ничего страшного, у вас все впереди. В конце концов, не боги горшки обжигают, верно ведь, Мишель? Совершенно справедливо. Продолжайте, я к вам подойду позже. К бою. Папенька! Анфиса, а где папенька? А папеньку ушли недавно. Куда ушли? В фехтовальный зал. Как фехтовальный зал?
Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Так, стоп, 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 стоп. Любезный, любезный, это шпага, а не палка. Палет. Ап. Еще разок. В чем дело? Кто это? А, это Мари, дочка месье Пуаре. Кстати, прелестная пивунья. Ну? Папенька! Папенька! Понятно. Да, месье. Папенька! Маша? Мы же собирались к господину Лентовскому. Извини, бога ради, я совершенно забыл. И собирались, и непременно пойдем. Продолжайте работать. Угу. Шпага, а не палка. Конечно. Я быстро. Ну что, Родион, еще? Нет, пока довольным. Вы, наверное, расстроились? Из-за чего, мадемуазель? Из-за проигрыша. Загонял вас Мишель? Вовсе нет. А вы знакомы? Он уже год занимается у папеньки и ухаживает за моей подругой, Лизонькой Шаманиной. Кстати, для новичка вы замечательно владеете шпагой. Вы слишком добры ко мне, мадемуазель. Нисколько. Вы бы видели Мишеля год назад. По сравнению с ним, вы Д'Артаньян. Машенька, я готов. Извините, мне пора. Продолжайте, мадемуазель. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. О, сердце змея, скрытого в цветах! Так жил дракон в пещере этой дивной. Злодей прекрасный, ангел-искуситель! О, ворон в оперении голубки! Ягненок кровожаднее, чем волк! Вверх низости в божественном обличье! Что ж, аду, ты оставила природа, когда бесовский дух ты поселила в живой Эдем подобной красоты! Достаточно, мадемуазель. Спасибо. Что вы еще умеете? Танцевать. Ну, не сомневаюсь. Могу петь. Петь. Василий Андреевич. Василий Андреевич. Будьте любезны, помогите нам, пожалуйста. С удовольствием. Итак, что мы будем петь, мадемуазель? Ну, может быть, Аиду финал, только без Радамеса. Без Радамеса не будем. Тогда давайте Джильду из Риголетто. Давайте Джильду.
пошла смиренно, Богу принесть моление, и вдруг предстал мне юноша, как чудное Михаил Валентинович, я могу быть свободен. Да-да, Василий Андреевич, спасибо. Ну, так что вы скажете, Михаил Валентинович? Что скажу, что скажу? Скажу, что на драматическую сцену вашей дочери не нужно. Как? Ну почему? Ну, может быть, она начнет играть, наберется опыта. Да-да, наберется. Но второй Ермоловой она не станет. Уж можете мне поверить. Как говорится, я видел многое и многих. Машенька. Я не говорил, что вам вообще не нужно на сцену. Вам обязательно нужно на сцену. Только на оперную. То есть вы хотите сказать, что ей нужно стать певицей? Угу. Господа, еще раз! За здоровье будущей знаменитости, за непревзойденную, великолепную, божественную, несравненную Марию Пуаре. Так. Прошу вас, господа, поднимаем бокалы и кричим все дружно ура! 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 Поздравляю! За твои успехи. Машенька, вы споете нам? Лиза, ты за инструментом. Ой, конечно, конечно. Да-да-да, Маш, ну что вам стоит, Саня? Мы просим вас. Мы просим. Просим. Нет. Это мои именины, а не концерт. Ну вот. Все, господа, желание именинницы закон. Посему займемся серьезным делом, будем играть в фанты. Машенька, вы позвольте с вами поговорить? Конечно, Родион. Машенька, мы знакомы с вами всего лишь месяц. А мне кажется, целую жизнь. Почему так? Родион, вы просто очень впечатлительны. Нет, когда я вас увидел в фехтовальном зале, все кладут свои фанты. Я перемешиваю, перемешиваю. И первый фант.
этому фанту залезть под стол и прокукарекать. Чье это? Ой, вы оригинал. Это мне кукарекать. Ну, ладно, Лиза, беги его, я не знал. Но правила есть правила. Правила есть правила. Давай. Мы просим, пожалуйста. Добро пожаловать. Как он там? Послушай. Я помогу. Так, продолжаем. Благодарю вас. Было великолепно. Второй фант. Я хотел сказать вам, сказать... Этому фанту... Этому фанту поцеловать именинницу. Мишель, что за глупости? Господа, чье это портмоне? Господа, признавайтесь, это будет моим. Это мое. Что? Правило есть правило, ничего не поделаешь. Мадемуазель, мы просим. Ну что же, просим? Просим! 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 Мы в ожидании. Ох, счастливчик. Красовскому всегда везет. Дураки! Без паники, господа! Поцелуи достанутся всем, а плеухи тоже. Да как он посмел? Кто он вообще такой? Машенька, успокойся. Он просто в тебя влюблен. Вот еще. А ты как думала? Только о тебе и говорит. Да все к Мишелю пристает. Пойдем к Пуаре. Пойдем к Пуаре. Он, наверное, очень сильно тебя любит. Капитан, куда нам теперь? В дворянское собрание, ваше высочество. Что там? Вечер в пользу инвалидов балканской компании. На концерт мы опоздали, приедем уже танцем. Опять танцы? Нет, никаких танцев. Пару раз улыбнемся и домой. Да, ваше высочество. Машенька, ну как вы пели? Вы просто чудо! Спасибо, Родион. И такой успех! Нет, фурор! А какой был аплодисмент! А как хлопал ваш кавалер, я даже начал беспокоиться за его руки. У вас такой усталый вид, дорогая. Как вы себя чувствуете? Благодарю вас, сегодня неплохо. А что говорит доктор? Советую съехать на воды. Так и поезжайте. Поеду. Только вот у Машеньки что-то решится. А что с ней такое? Кажется, у нашей дочери появился жених. Жених? Как интересно. И кто же он? Господин Красовский. Родион Ильич. Красовский. Это сын адвоката. Да-да. Именно так, известного адвоката. А, ну что же, очень достойная партия. Достойная. Только вот она замуж не собирается. Это почему же? Хочет учиться в консерватории. А, это пройдет. Девичий каприз. Дорогая, кто из нас в молодости не мечтал о сцене, овациях, поклонниках? Но вообще-то, конечно, у нее талант. Как она сегодня пела в концерте?
А сейчас, господа и дамы, бал! Итак, господа, его императорское высочество, великий князь Георгий Александрович. Вы знаете, кто эта девушка? Да, ваше высочество. Прошу вас, господа. Ваше императорское высочество, ваше посещение для нас большая честь. Великая честь. Мадемуазель Мария Пуаре, говорят, прекрасно поет. Сегодня в концерте ей бесирули. Отец Яков Пуаре, владелец фехтовального и атлетического зала. Позовите ее. Слушаюсь, ваше высочество. Прошу прощения. Адъютант его императорского высочества, штабс-капитан Зверев. Мадемуазель, великий князь Георгий Александрович изъявил желание поговорить с вами. Прошу вас, мадемуазель. Господа, ваша забота о героях, пострадавших за Отечество, это прекрасно. Благодарю вас, господа, и... И более вас не задерживаю. К вашим услугам, ваше высочество. Благодарю вас. Ваше высочество. Мадемуазель Пуаре. Как здоровье вашего батюшки? Благодарю вас, ваше высочество. И дела его в порядке? Да, ваше высочество. Говорят, вы талант. Не знаю, так говорит господин Лентовский. Лентовский... Известный антрепренер. Да. Как жаль, что я не слышал, как вы поете. Но я надеюсь, вы предоставите мне такую возможность. Как вам будет угодно, ваше высочество? Мне угодно. А вам? Простите, я не понимаю. Это не важно. А теперь, мадемуазель, позвольте... Благодарю вас, Мари. Благодарю вас.
вас, ваше высочество. Машенька, мне кажется, вы устали. Я принесу воды. Да, да, принесите. Папенька, поедемте домой. А в чем дело, милая? Сейчас начнется бал, ты так любишь танцевать. Я устала, я хочу домой. Поедем, конечно, поедем. Да, конечно. Машенька. Капитан, как вы думаете, таланты у нас по ведомству просвещения? Таланты? Это скорее по ведомству вашей матушки, государыни Марии Федоровны. По комитету общественного презрения? Да, ваше высочество. Значит, таланты в России в одном ведомстве с нищими и убогими? Не знал. Ваше высочество, вы позволите? Да-да, говорите. Осмелюсь заметить, что вы уделили внимание той девице даже несколько больше, чем полагается этикетом. Вы так думаете? Но, между прочим, не без вашей помощи. С Розой вы замечательно придумали. Благодарю. И запомните, капитан, если мне понравилась девушка, я могу наплевать не только на этикет. Да, ваше высочество.
Благодарю вас, Мария. Ромео. Ах, зачем же ты, Ромео? Ромео Георгий. Подходит. Георгий. О, зачем же ты, Георгий? Покинь отца и отрекись навеки от имени родного. А не хочешь, так поклянись, что любишь ты меня. И больше я не буду, Пуаре. Барышня. Барышня, маменька. Вас. Маменька. Маменька. Сейчас, сейчас. Все мои векселя. А чьи же? И на какую ж тут сумму? Ой, господин Пуаре, вы меня просто удивляете. Вы брали в долг и не считали, сколько брали. Сумма достаточная, чтобы упрятать вас в долговую тюрьму. И надолго. И мы поедем в Швейцарию на воды. Машенька, я уже никуда не поеду. Маменька. Не перебивай. Мне уже чуть-чуть осталось. А ты... Может, зал продать? Зал? Кому нужен этот ваш зал? Одни расходы. И не выходи из своего круга. Принцы, да князья, они тебя погубят. Маменька, ну какие принцы? Я видела, видела на балу, как вы с князем Георгием друг на друга. Господин Свешников, я найду денег. Обязательно найду. Но только бог ради, не теперь. У меня жена в последнем градусе чахотки. Хорошо. Принимая ваши обстоятельства, подожду еще месяц. Всего доброго, господин Пуаре. Маш, выходи
замуж за Родиона. Маменька, ну я же совсем его не знаю. Он хороший человек. Он тебя Здравствуйте, Машенька. Здравствуйте, Родион. Машенька, я понимаю, как вам сейчас тяжело. Я хочу сказать вам, чтобы вы знали, что всегда можете рассчитывать на меня. Спасибо, Родион. Еще я хотел сказать, что я люблю вас, Машенька. И буду любить вас всегда. Будьте моей женой. Родион, я подумаю. Принцы да князья, они тебя покупят. Выходи замуж за Родиона. Да, Анфиса. Вам письмо принесли. Какое письмо? Вот. Кто принес? Офицерик какой-то. Молоденький, красивенький. Сказался фельдъегерем канцелярии Ее Величества. Ее Императорское Величество, Мария Федоровна, назначить аудиенцию. Государыня, аудиенцию мне?
Анфиса, барышня дома? Дома, Яков Викторович. Маша, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Так. А что это значит? А, вот. Может быть, это… Ее Величество дает тебе аудиенцию? Угу. Почему именно тебе? А ты что, не понимаешь? Нет. Ее Величество узнала, что я прекрасно пою, и пожелала меня послушать. Это честь. Честь? Это великая честь. Вот только платья у меня для такого случая нет. Да, я понимаю. Платья нет. И денег тоже. Алексей Карпович, кто нас сегодня почтил? Коллежский асессор Евдокимов из города Балаково, Ваше Величество. Об учреждении приюта для малоимущих сирот. Угу. Просите. Господин Евдокимов! Ваше Императорское Величество! Здравствуйте, господин Евдокимов. И где же у нас такой город? Балаково. В Тверской губернии, Ваше Величество. Чем же занимаются люди в вашем городе? С чего живут? Занимаются тем же, чем и все ваши подданные, Ваше Величество. Денно и ночно молятся о здравии вашем, а также государя нашего Александра Александровича. А живут от земледелия до рыбалки. Заводы также имеются. Угу. И что? Много у вас сирот? Много, Ваше Величество. Хорошо. Хорошо, господин Евдокимов, мы удовлетворим ваше ходатайство. Благодарю вас, Ваше Императорское Величество. Разрешите еще по судейской части. Прошение. Предложение. Прошу простить, Ваше Величество. Далее. Мадемуазель Пуаре, Ваше Величество. Пуаре? Просите. Та самая? Да, Ваше Величество. Мадемуазель Пуаре. Ваше Императорское Величество? Что ж, очень мило. Что вы скажете, графиня? Да, Ваше Величество. И о чем же просит мадемуазель Пуаре? О даровании стипендии для обучения, Ваше Величество. Чему вы собираетесь учиться, милая? Петь, Ваше Величество. Но… Вас что-то смущает? Ваше Величество, ни о чем таком я не просила. Я знаю. Но я надеюсь, вы не откажете нам с графиней фон Ливен в желании сделать вам подарок. Ваше Величество. Что ж, мадемуазель, мы даруем вам стипендию для обучения в консерватории. Поздравляю вас. Благодарю вас, Ваше Императорское Величество.
Мадемуазель Пуаре, выход там. Следуйте за мной. Кто у нас еще сегодня? Дворянская вдова Авдеева, Ваше Величество, просит за сына, исключенного из мужской гимназии, Ваше Величество, за нерадение в науках. Давайте вдову. Никогда не были во дворце? Нет, Ваше Сиятельство. В самом деле хороша. Сколько вам лет? 20. Вам туда. Там выход. Или вход. С какой стороны смотреть? До свидания, Ваше Сиятельство. Мари, как я рад, что мы снова встретились. Почему, Ваше Высочество? Потому что я постоянно думаю о вас. Думаете обо мне? Да. Я тоже очень счастлива, что мы с вами встретились. Правда? Вы говорите искренне? Конечно, Ваше Высочество. Боже, как же вы прекрасны. Что вы делаете? Сейчас сюда войдут. Мари, могу ли я надеяться на взаимное чувство? Но я не знаю, я не могу сейчас ответить. Нет, скажите сейчас. Но я не знаю. И вы не огорчитесь, если мы больше не увидимся? Огорчусь. Очень. Так значит, да? Да. И вы любите меня? Да. Mm.
Чему вы смеетесь? Я все поняла. Это вы мне устроили аудиенцию у Ее Величества. Вы так думаете? Ну да. Зачем? Для того, чтобы встретиться со мной. Ну, надеюсь, вы простите мне эту маленькую уловку. Конечно, Ваше Высочество. Мари, я прошу вас, не называйте меня Высочеством. А как же тогда? Ну, попробуйте называть меня по имени. Вас по имени? Ну, смелее. Ну, Георгий. Вот видите, это же так просто. Я бы не сказала. Машенька, ну что, ну, как? Все хорошо, папенька. Императрице понравилось твое пение? Понравилось, наверное. Ты не расскажешь мне подробности, почему? Завтра. Я очень устала. Значит, мадмуазель желает обучаться пению. Да, профессор. Угу. Так. Ну, а голос-то у вас есть? Или вы по соизволению Ее Величества? Голос у меня есть, профессор. Ага. И какой же, позвольте узнать? Сопрано. Ах, сопрано? Так. Ну-ка, повторите. Что такое? А эту? Ла. А эту? Ла. Ла. Исполнить что-нибудь можете? Могу. Например? Например, Аве Марию. Угу. Ну что ж, послушаем. Прошу. Ave Maria.
Здравствуйте, сударь. Господин Пуаре, у себя? У себя. Добрый день. Добрый день, господин Пуаре. Господин Свешников, помилуйте, еще 10 дней у меня, 10 дней. Да нет, это я так, просто шел мимо. Дай, думаю, загляну. Вдруг господин Пуаре что-то решил? А кто у вас там поет так? Это моя дочь. Она занимается в консерватории. Нет, это невыносимо. Господин Свешников, может быть, вы все-таки возьмете мой зал? Счет долго. Дорогой вы мой, ну на кой черт мне сдался этот ваш зал? Что мне с ним прикажете делать? Ну, я мог бы продолжать работать в нем, а вы бы имели доход. То-то, я смотрю, много вы с него дохода имеете. Папенька, мне необходим новый рояль. Как новый? Почему новый? Ну, потому что этот ни на что не годен. Значит, нужно позвать настройщика? Нет. Вы помните, что настройщик сказал вам в последний раз? Да, да, я помню. Позволь тебе представить, это господин Свешников, Павел Максимович. Он является моим партнером. Папенька, так как? Ангел мой, давай не сейчас. Я очень занят, поверь. А когда? Ну, вечером? Вечером. Вечером. Непременно вечером, хорошо? Хорошо. Все, ступай. До свидания, господин Свешников. До свидания, мадемуазель. А что, господин Паре, ваша доченька не знает, что вы, так сказать, банкрот? Да, жаль, жаль. Такая хорошенькая. Всего самого наилучшего, господин Пуаре. Надеюсь, мы встретимся через 10 дней. А сколько стоит новый рояль? Что? Машенька! Здравствуйте, Машенька. Позвольте, я провожу вас. Проводите. Машенька, мне кажется, вы избегаете меня. Ничуть. Я просто занимаюсь в консерватории, и у меня мало времени. Правда? Правда. Машенька, вы подумали над моим предложением? Да. Родион, я не выйду за вас. Ну почему? Потому что...
потому что я люблю другого. И все же, Мария Яковлевна, я хочу, чтобы вы знали. Я любил только вас. И любить буду вас всегда. Если когда-нибудь вам будет тяжело, вы только позовите. Через мгновение я буду у ваших ног. Спасибо вам, Родион. И прощайте. Хорошо. Так. Господин Паре! Господин Свешников. Прошу вас, прошу. Да-да. Сюда, прошу. Хорошо. Ваше появление здесь столь неожиданно, Павел Максимович. Я подумал над вашим предложением, господин Фаре, насчет этого заведения. Я готов взять его в счет вашего долга. Я благодарю вас, господин Свешников. Благодарю. Но есть одно условие. Я слушаю вас. Я беру его вместе с вашей дочерью. Вернее так, я беру вашу дочь и это заведение в придачу. Мне кажется, я вас не понимаю. Что тут непонятного? Я человек холостой, женат не был. Вот пришла пора подумать о семейном очаге. Послушайте, ну вы же вдвое, а то и втрое старше Машеньки. И что с того? Ваше предложение для меня оскорбительно. Он как? Что значит долговая яма лучше? Господин Паре. Вы подумайте. Подумайте. Что ж нам делать, Машенька? Что делать? Мы ведь кругом ему должны. Если ты за него не выйдешь, я сяду в долговую тюрьму. Нет. Чуть-чуть. А ты что будешь делать? На что ты будешь жить? Дом этот продашь? Нет. А он ростовщик. Человек обеспеченный. И долг наш тогда простит. Но почему? Что? Почему ты мне не сказал, что у нас так много долгов? Я не мог тебя расстраивать, понимаешь? Прости меня, прости. Я
виноват перед тобой. Наверное, я никудышный отец, ни на что не годен. Прости. Папенька, но я не хочу. Я не хочу замуж за старика. Я понимаю, понимаю, я все понимаю. Не буду тебя принуждать. Слышишь? Не буду. Я только хочу, чтобы ты понимала, что... Машенька, мы нищие. Сейчас наша судьба зависит только от тебя. Фух. Вот ведь. Прогулял все денежки. Жену в гроб вогнал. А теперь и дочку-красавицу этому старому козлу на съедение. Тьфу. Ну что ж, господин Пуаре, как говорится, у вас товар, у нас купец. Вот и пришли мы к вам с вопросом. Не согласитесь ли вы торговать свою красавицу нашему молодцу? Я, господа, свое согласие даю с охотой. Но только времена нынче новые, а потому сделайте сперва ваш вопрос молодым. Желают ли они прожить свою жизнь в счастье и радости? Что ж, пожалуй. Скажи, Павел Максимович, будешь ли ты рад привести в свой дом душеньку Марию Яковлевну и прожить с нею до гробовой доски? Буду рад и буду счастлив. А вы, любезная Мария Яковлевна, согласны ли стать женой Павла Максимовича и повторить это в храме Господним перед ликом Господа нашего? Согласна. О, вот и хорошо. Если господину Свешникову будет угодно выполнить мои условия. Маша. А условия мои таковы. Во-первых, господин Свешников не будет препятствовать моим занятиям в консерватории. А во-вторых, я буду жить в этом доме вместе с папенькой. Где будет жить господин Свешников, мне совершенно безразлично. Консерватория... Пускай тешится. А жить мы сможем и здесь. Дом крепкий, просторный, места всем хватит.